Товарищ капитан. Да? В первом взводе осталось 8 человек. Во втором 10, не считая раненых. Плохо, Юргенев. Так они ж, гады, гаубицы подтянули. Плохо, что у тебя взводное дерьмо. Это почему? Потому что людей гробят. Где твоя рота? Ему только в солдатики играть. Он уже свое сыграл. Похоронить с почестями. Сматывай удочки. Есть приказ. Будем отходить. Что ж они делают-то? Гады! Ты погляди. Ты погляди. Excuse me, Russian. Слышь, красуля, а ты как сюда попал-то? А? Уходи отсюда! Уходи отсюда! Слушай, не мешай! Возьми лучку! Лейтенант, вас компакт! Все! Иду! Забери раненого! Зоркинбаев! Я! Это что там? А это Мальчук. Я же приказал отступать. Помоги ей. Есть. А тебе чего, Бульба? Все в порядку. Коли людей кормить будем? Коли людей кормить? Корми, корми. Сейчас они ее. Мальчик! Мальчик, ты останься на Беленде! Пулеметом поставаем! Что ты думаешь? Пулеметом хал, ты думай! Я не могу здесь! Мы завтра уже из тернах! Пусти мой пулемет! Какой тебе же пулемет? Ой, добрый, ты ему! Ты знаешь, что ты сделал? Ну, нахуй ты сын, чувак, я нахуй съезжу. Мой пулемет снял. Ай, вас на барбулин, ай, вас на барбулин, дипер. Он меном пулемет, меном. Ну, нахуй ты сын. Ой, добрый, ты ему. Мальчик, oh.
гады! Мочи нет! Да не трясись! Эй, эй, парень! Аккуратней! Ты что, дрова везешь, что ли? Да бесполезно. Гады. А вы вроде новенький? Я старенький. Это ты, наверное, новенький. Я 4 дня как из госпиталя просто. 3 месяца лежал. А у председателя я с самого начала войны воюю. Петра еще не было. У какого председателя? У нашего комбата. Он до войны был председателем колхоза. А мы его зовем председателем. Хороший мужик. Сельский тип. А я-то думаю, что он всегда так странно разговаривает. Гады. Пить, мышук. Гады. Нет у меня, дядь Коль, потерпи немного. А ты его поцелуй. Не сердись. Просто пора знакомиться. Я Ежов Валерий. Лейтенант. Опять разведки буду заведовать в батальоне. А ты сестра? Я пулеметчик. Я тебя утром видел. А ты немца подсекла? Ну, считай, в наградные списки уже попала. Молодец. А чего в тыл едешь? Мой пулемет немцы взорвали. Еду новый получить. Вот это баба. Не надо так, товарищ лейтенант. Пардон. Не любишь грустных слов? Просто на войне вы мужчины, чаще бабами бываете. Изверги, гады! Стой, парень! Выбросьте меня отсюда! Успокойся. Сколько тебе лет? 20. Значит, стрелять ты умеешь? Умею. Ясно. А целоваться? Хочешь, научу? А? Вам не стыдно, товарищ лейтенант? Война с фашизмом идет, люди гибнут. Ну ладно, ладно. Я ведь не политрук. Я разведчик. А мне какая разница? Ты что, контуженный, что ли? Чокнутая. Ты всегда такая, а? Сержант! Какая? Колючка. Всегда. Ты не обижайся! Эй, сержант! Ты не обижайся. Я к своей девушке еду. У перекрестка стоит, знаешь? Регулировщица, глав, такая блондиночка. У штаба, знаешь? Хорошая девка. Часики вот мне подарила. Хорошие такие часики, только ночью ни хрена не видно. А то подарок. А мне ребята в госпитале говорят, давай, говорят, пробьем часы к черту. Я говорю, нет, подарок. Женщина подарила. Они все издевались надо мной. Говорят, мужик, а женские часы наши. Не мужчина вы, товарищ лейтенант. Актер. А? Сказать? Думаешь, обижу? Не, это вы, девушки, обижаете. А я не обижаю. Перекресток скоро! А у меня в Москве сестра живет. На Арбате. Да что это такое? Да что такое, гады? Ребят, помогите машину вытащить!
Ищешь кого? Увидишь еще. Их в наше расположение. Маршевый рот. А Клавочку-то убила. Вот видите, у них второй пулемет. А вот здесь вот третий. Он простреливает нас под самое левое ребро, можно сказать. Продумали, сволочи, систему огня. Да, разведка готова? Угу. Нет, сначала надо подавить огневые точки. Это мы и сами догадываемся, но чем? А где артиллерия? А бес ее знает. В штабе один ответ. На подходе. Она действительно на подходе. Слышите? Это на правом фланге уже за Метельниково идут бои. Слышим. 200-миллиметровые колупают. Полагаю, что эту высоту сначала надо вспахать пушечками, а потом уже сеять семена победы. Поясняю. Без артподготовки я атаки не начну. Все. А если артиллерия и завтра не подойдет? Обождать придется. Сегодня пол второй роты угробили. Хватит. Странная позиция. Именно сейчас, когда меня послали сюда, чтоб я наблюдал за ходом важной операции, вы намеренно тянете время. Хотя отлично знаете, что эта высота мешает взять город. Что вы предлагаете? Я ничего не могу предложить, но... А я могу. Да. Вывести маршевую роту и вместе с нашей третьей ударом в лоб взять высоту. Да, ишь ты. А если немцы ночью овраг заминировали? Если б да кабы. Но зачем же самое худшее предполагать? А как же. Если ты командир, то к беде будь готов. Вот огурцы, к примеру. Весной на ночь укрывать следы. А ведь в мае морозы не каждый раз выпадают. А это же маршевики. Это вроде новички, они ж пулиного свисту не слышат. Верно, я всего пятый день и вижу, что люди не обстреляны. Так что ж, мы с ними нянчиться будем? Этак вы скоро и фашистов жалеть будете. А зачем же я людей буду под пули посылать? Проще здесь их поставить к стенке и расстрелять. А здесь фронт, а не тактические занятия, не забывайте. Я это хорошо помню. С начала года четвертую роту на передовую привожу. Четвертую? А где они? Куда подевались? Под Озерском закопали, под Ельней закопали, под Белоуховым тоже. С марша в бой, с марша в бой. Да я бы на вашем месте здесь... А ты сначала встань на мое место. Потом поговорим. Ну что ж, вот и поговорили. Здорово. Ты куда идешь? На политбеседу. Ты погляди, какой трофей-то у меня. А это разведчики с той стороны, из 2-го батальона пригнали 3 штук. Я одну мне подарил. А мне сегодня вечером в разведку идти. Так что ты заходи, будем шашлык без бармак, мы ждем. Заходи вечером. Ее нельзя резать. Почему? Она катиться должна скоро. Ну и что, съедим, и все. Ягнята будут. Как? Ягнята маленькие. Она что, беременная, что ли? Точно. Думаю, она такая толстая. Я думаю, что они с ним подсовывают? А это, знаешь, Володарский, мордастый такой, командир разведки из 2-го батальона, младший лейтенант. Он говорит, ну, говорит, Валька, забери, пожалуйста, эту самую овцу. Говорит, мне жирного нельзя, у меня гастрит. Говорит, ну, я ее и взял, балбан. Ну, хоть баранины поем перед разведкой, кашу видеть не могу. Бульба, когда хлеб выдадут? Когда накладные выпишут. А когда же их выпишут-то? Когда печать будет. А где же печать-то твоя? А печать 3 дня назад мину разорвали. Так что ж тебе ее будут на Урале заказывать, что ли? Ты что, ты сам головой-то подумай, а? Ну, чего ты причепился? Я тебе причепился, потому что хлеб нужен. Хлеба ему подавать. Да. Ты что, баранины мало, чи шо? А ее есть нельзя. Чего нельзя? Потому что она минированная. Минированная? Сержант, заходи вечерком, у нас сгущенка еще есть, ладно? Привет. Да! Нашла время катиться, дурочка лохматая. Это все? Старшина, кого не хватает? Первое отделение в наряде. Приступайте.
Товарищ лейтенант, могу я видеть лейтенанта? Отставить. По уставу, товарищ сержант. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? Разрешаю. Могу я видеть лейтенанта Хаджибергенова? Омара Хаджибергенова? Да нет у нас такого. Я увидела сегодня, он двигался с вашей роты. Верхом. И ординарец был с ним. Так это не Хаджибергенов, это Муса Акеев. Лейтенант связи. Из Фрунзе он. Ошиблись вы? Не могла ошибиться. Я Омара ни с кем не спутаю. А кто он тебе? Никто, просто я его с детства знаю. Да я знал одного Хаджибергенова. Его тоже звали Омаром. Он что, не жив? Он был со мной в одном полку под Смоленском. Тяжело ранили его. А потом? Не знаю. Ереу латқа ер салмай, егеулі найза қолғалмай, еңку-еңку жер шалмай, қоңыр салқын төс қалмай, тебінгі терге шірмей, терлігі майда ермей, алты-малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала, сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, өзегі талып етшемей, ер төсектен безінбей, улы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің сы бітер ме? Желп-желп еткен алату жиырып алар күн қайда, орама мылтық тас ұрып, жауға аттанар күн қайда. Елбең-елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, арғымақтан туған асылды, баптап мінер күн қайда, алаштағы жақсыдан батасын алып дәм татып, түлкідейін түн қатып, бөрідейін жол тартып, жауырынна мұз қатып, жалаулы найза қол қалып, жау тоқтатар күн қайда. Не могу я полицейский вести, товарищ лейтенант. Ну и не надо. А завтра просто возьми и прочитай вот эти стихи. И все. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Разрешаю. Прошу направить меня в разведку с группой лейтенанта Ежова. А лейтенант Ежов не на прогулку идет. Там и пулемет остался. Товарищ сержант, а что это вас на передовую потянуло? Ведь вы же в штабе работали. Или в наградной листок торопится попасть? Я комсомолка. Я вообще женщинам не доверяю. Мой отец, товарищ командир, учил меня, что не важно, мужчина или женщина, а важно, чтобы человек. Отставить разговоры. Нас не интересует, чему учил ваш отец. И ставить операцию под удар из-за ваших прихотей мы не намерены. Все. Батька тебя правильно учил. Ступай. Есть. Скажи-ка, старший лейтенант, что ты считаешь на войне главное? Разве не ясно? А мне-то ясно. Садись. А вот тебе-то как? Дисциплинка. Дисциплина, да. Но главное, старший лейтенант, на войне доверие. Доверие к людям. Вера в них.
Ну, тебе все ясно? Ясно, товарищ комбат. Только не зарывайся. Угу. Одного языка и ничего больше. Хорошо. Ладно? Угу. Все понятно? Понятно, понятно. А то в прошлый раз приволок какой-то пылесос. Что это такое? Что, пылесос как пылесос? Ребята из него печку сделали во втором батальоне. Печку-то сделали, а ты из-за него чуть не погиб. Да. Ну, что это такое? Ты на всех людей не похож. Ну, вот этот плащ. Что это такое? Откуда он тебе? Иван Петрович, плащ как плащ, теплый, удобный. У меня всю шинель подрало при ранении. Рукав вырвало, и на спине прямо клиньями такими. Ну ладно. Ну ничего особенного, я взял его, ребят, выменил. А постричься? Что? Постричься ты мог? В каком смысле? Пейс отрастил. Я с тобой хочу поговорить. Слушай. Иван Петрович. Почему? Иван Петрович, милый, только между нами. Только что вспомнил. Между нами. Ладно. Личный вопрос. Давай. Хорошо? Ладно. Давай. Поиграйте на гармошке. Ну, при чем здесь гармошка? Ну, играйте на гармошке. Ну, играю немножко. А что? Играете? Ничего, играю. А ноты знаете? Ноты? А? Не одолел. Не знаю. Ну, что такое? Ну, при чем здесь ноты-то? Что такое? Да нет, знали бы, ноты было. Ну, я знаю немножко ноты. Ну как знаете? Вы можете два такта написать подряд. Два такта. Произведение у меня есть для гармошки. Ну. Видал? Ну, тогда все в порядке. Иван Петрович, дорогой, у меня сестра живет в Москве. Ну? Она работает в музыкальной школе. Вот я и думаю, раз вы произведение написали, то после войны, если выжили, мы вас устроим на работу. За пылесосом пошел. Печник. Я приложился, как по ним очередь из автомата дал, так обоих и закосил. Вот единственный раз без языка вернулся, а так обычно всегда. Тоже мне храбрость. Безоружных людей. Бою другое дело. Милая моя, война есть война. Тут никаких законов нет. Храбрость. Динзомий? Немец-то того мы джазгужу гадта того было, да? Не меня жилка гурмеппен. Тын мезгелинде жылқы құйрығымен шыбынға құшымен. Құйрығым бұлғасын, аяғым бұлғасын, қазір атуға болмайды. Нажымын. Нажымын. Полегшина. Ну что? Ну что, ты пана весело себя. Ты что, не понимаешь, это неприлично? Я ведь все-таки командир твой, товарищ. Неприлично говорить на языке, если я не понимаю. Я же вот по-немецки разговариваю. Я никогда при тебе по-немецки не говорю, чтоб ты не понял ни черта. Что это ведьма там про меня какой-то гад сказал? Что она сказала? Она говорит, что это лошадь. Не лошадь. Лошадь как лошадь, что она бегемот, что ли? Ну, она говорит, что неправильно кушает. Что она клевать должна, что ли? Что она клевать должна, что ли? Это именно что клюет. О, тут целый день. Тихо, не стрелять. Маршрут лежать. Нажимал вперед, брать живым. Есть! Быстро! Давай. Один фрейм-то, Ванька. Возьми. Вот и пляны. В разведку ходить не надо. Кузен Горгурдун, ты если он хороший. Это нужно мне. Как маршрут ты его отдел? А что, не ушибся? Маршрут. Твой язык. Давай, веди. Да, слушай. Ежов, а? Спроси, много у них таких лошадей на фронте? Спроси. Сейчас, товарищ комбат. Сколько? Сколько у вас таких лошадей на фронте? Раз, два, три. Сколько? Да подожди, раз, два, три. Ты по-немецки спрашивай. Раз, два, три. Ну? Сейчас. Вифель лошадь. Ну, лошадей у вас. Ферден. Дипферден, лошадь, дипферден. Сколько лошадей? Айферден. Одна. Одна на весь фронт. Одна на весь фронт. Одна больше, ага. На весь фронт.
An der englischen-italienischen Front, da hatten wir mit denen viel Glück gehabt, mit den Trabern. Da wurde viel Schaden denen angerichtet. Что он спрашивает? Не понял, сейчас. Медленно говори. Вот медленно же, непонятно. На englischen-italienischen Front hatten wir mit den arabischen Trabern viel Glück gehabt. Glück. Da wurde viel Schaden denen angerichtet. Aber jetzt alles umgekehrt. Итальянский фронт, понимаешь? Он говорит, итальянский фронт. Воевал он, что ли, на итальянском фронте? Подожди. Говорит, наверное, что на итальянском фронте применяли против англичан вот этих лошадей, да? Ну да, ну это мы знаем. А вот, чтобы показал бы на карте дислокацию, вот как его спросить, чёрт его знает, товарищ комбат, а? Как спросить? Ты же знаешь немецкий язык, как спросить? Я-то не знаю. Слушай, это, отметь. Покажи, ручкой покажи на карте, цайн карта. Не ферштейн. Дислокацию свою, дислокационный свою покажи, дислокационный, понимаешь? Дислокационный? Да, вот покажи, что где находится, покажи. Нет, не здесь, неинтересно, вот здесь покажи, вот тут. А что у вас здесь? Батареи. Что? Батареи. Сколько миллиметров батареи? Вифель миллиметров? 122 миллиметра. 122? 122. 122 батарея, да? 122 миллиметра. Слушай, Ежов, миллиметра. Ух, его надо в штаб-дивизии отправить. Срочно. Ага. На Колю похож, а? На какого Колю? А у меня сестра в Москве живет, на Арбате. Вот у нее муж очень похож. Ну ладно болтать, веди. Коля? Ты Коля? Нет. Не фриц ты, а не Коля. Ну ладно, пошли. Ком! Ишь ты. Нашел родственничка. Вифель. Ну, в общем, здесь, что ли, разведчики? Тихо. Тихо. Где здесь старший сержант Маметов? Не дает говорить. Вон он. Только ты его сейчас не буди, он сейчас спит. Ты его не буди. Дай-ка, ребята, выпьем. Так это ж баба. Во-первых, не баба, а девушка. А во-вторых, не девушка, а командир пулеметного расчета, понял? Так это что ж? Я у этой сопливой девчонки должен заряжающим... Чудак, успокойся. Подержи и кушай. Ничего, ничего. Ну а что там дальше? Что там дальше, да? Сестра! Өмірге ой аңсап тұрып ай, асық өскен ау, дүниеге әу адам қонақ. Шіркін ай түнеп күш Тувал ел қорғағанай, ата-бабаң бұл күндің ай ізау жатыр. Дүниай тозаң үш Маншук, вставай. Тебя комбат вызывает. Слышишь? Я хочу тебе сказать, чтобы ты там была поосторожней. Там новый командир полка. А он мужик крутой. Товарищ капитан, сержант Пометова по вашему приказанию явилась. Тебя вызывал товарищ полковник. Товарищ полковник.
Кадир Степанович. Здравствуй, сержант Маметова. Ну, вот это самый Маншук. Молодцом воюю. Ну, рад, очень рад. Собирайся, со мной поедешь. Куда? Со мной будешь воевать, в моем штабе. Владимир Степанович, я не могу. У меня пулеметный расчет. Я только... Смирно! Что ты там сопишь, как паровоз? Дисциплина у тебя, Самсонов. Безобразие. Товарищ полковник. Кругом! Шагом марш! Шагом марш! Вот они какие пироги-то. Возьмешь высоту. Ведь сам знаешь, что нам города не видать без высоты. У немцев за спиной ничего нет. Да ничего нет. Дивизионная разведка докладывала. Все перебросили в Метальниково. Возьму. Ну и ладно. А я тебе парочку «Катюш» подкину. Ну, если с «Катюшами», я же этого не знал. Ну и договорились. Значит так, в 14.50 ударит «Катюш», а в 15.00 начнешь атаку. Но это уже приказ. Есть. У нас отделение, можно сказать, было особенное. Девушка в отделении, да еще казашка. А какой пулеметчик. А весь полк были знамениты, в газете писали. А сейчас что, обычное отделение, вон, 7 козлов и 1 овца. Ничего, ну, ничего. Игорь, будь здоров. Скоро овчарка. Счастливо. Эх, Маншук. До свидания, дядь Миша. Жаль, очень чего жаль. Чего жаль? Правильно едет. Нуржаман. Пожалуйста, до свидания. Рахмет. За что? Жолым вас. Что ты делаешь? Зачем ты ножом сюда лезешь? Заедает. Заедает, а ты спроси. Вот смотри, сюда нажмешь, тут западает. Вот. Да откуда я знаю? Все в порядке. Эх ты, пентюх ты, а не пулеметчик. Ну-ну. Длинных очередей не бойся. Мушка немного занижена. Понял? Ладно. Ах, ребята! Овца рожать собралась! Давай сюда на помощь! Может, за фельдшером послать? Ты еще за главным хирургом фронта сбегай. Погоди, сейчас все будет в порядке. Подожди, а что? Забыли, что мы кочевники? Подожди. Подожди. А я хочу. Сходи же с ним. Давай, был. Ой, что-то не надо. Подожди. Ой, ой, смотри, смотри, смотри. Маленький. Да. Маленький. Родила все-таки. А? Маншук, его нужно получше укутать. А ну, кончай дымить. Ему дыхать нечем. Тоже мне роддом устроили. Давай, давай. Сержант! Сержант, погоди. Я тебя провожу. Давай понесу. Не надо, я сама. Да нет, вообще-то правильно, что тебя забирают. Правильно. Я бы тоже тебя отправил. Ты что бежишь-то? Успеешь. Не торопись. Ну, чего тебе здесь делать? Тут война кругом. А он тебе родственник, да? Максимов-то? Друг отца. Но сейчас он поступает не как друг. Отец меня по-другому воспитывал. Военный был. Нет, медик. Вот смотри. Похож. Он был. Настоящий он был. А сейчас он где? Умер перед самой войной. Ой, смотри, береза плачет. А? Слушай, сержант, а вот это кто такой? Парень такой симпатичный. Рядом, с отцом. А это один наш знакомый из нашего аула. Он тогда приехал, как настоящий герой. А ты знаешь, как он на лошади ездит? И как он поет?
Он еще орден Красного Знамени в 38-м году получил. О нем весь Казахстан писал. Ты, может, слышал? Омар Хаджибергенов. Как? Омар Хаджибергенов. Слышал? Это ты его искал? Ну, нашла? А может, это не он был? Нет, это был он. Я его видела. Слушай, сержант, а давай я его тебе найду. Из-под земли достану и сюда доставлю. Хочешь, а, сержант? Не надо, Валь, спасибо. Слушай, а? Ну, прощай. Да погоди ты. Ты вообще знаешь, я человек решительный вообще. Женщинами там, знаешь, у меня брат старший в Москве живет. Он мне все время говорит, ты, говорит, нахал не по годам. Ну, а с тобой совсем другое дело. Я такую бабу, я такую девушку не видел никогда, честное слово. С тобой в разведку идти можно. Запросто. Ты о чем думаешь, а? Сказать не обидишься? Ну? О своем пулемете. Изуродует он его. Слушай, сержант, давай я тебе плащ подарю, а? Ну, забери, ради бога. Господи, немецкий плащ, хороший, удобный. Забери, а? А возьми часы, слушай. Возьми часы, пожалуйста. Ну поносишь. Зачем они? Ты поносишь немножко, потом вернешь. Господи, я штаб приду и заберу, а? Не надо, Валь, спасибо. Да забери ты, господи боже, вот ты дикий человек, кочевник. Возьми, возьми, пожалуйста. Поносишь, вернешь потом. Слушай, сержант! Давай хоть поцелуемся, что ли, а? Сержант! Эй! Боржу! А мы с тобой сгущенку так и не доели. Зачем я вам, Владимир Степанович? Молчи. А атака высоты 547. Я ведь лучше пулеметчица батальона. Для фронта не страшно, если одной девчонка будет меньше там. Для меня страшно, для меня. А, черт. Прокоф. Товарищ полковник, я мигом. Давай быстрее, мы пешком пойдем, догонишь. Милый ты мой, голубчик. Что же они делают? Ничего, ничего, мамаша, пусть пьет, пусть. Симаков. Я! Сиди, сиди. Товарищ полковник, первый батальон соединения... Метальникова взяли. Так точно, товарищ полковник. А почему в таком виде? Да форма сгорела. Немцы в доме подожгли. А, вечер с тобой истории. Вот опять не так. Владимир Степанович, так и знаете, в штабе я работать не буду. Хватит об этом, Маншук. Вы знаете, я упорная, как отец. Я был твоему отцу другом. Я обещал ему, что буду заботиться о тебе и твоей матери. Когда я ушел на фронт, мне в голову не могло прийти, что ты бросишь мать. Ты думаешь вообще о матери? Одинокой матери, которая ждет тебя и распечатывает со страхом каждое письмо с фронта. Все, Машука, об этом, все. Yeah.
Отпустил? Нет. Зачем с такой настойчивостью рваться на передовую? Самой лезть под пулю. Что это? Это то, в чем кроется успех нашей победы. Это новое поколение. Это исступленное стремление подавить в себе женское. В конце концов, чувство самосохранения, чувство материнства, свойственной женщине. А не кажется вам, что именно чувство материнства, вот эта врожденная ненависть к войне, к убийству, ведет женщину на фронт? Допустим. Но ведь эта девушка не женщина, ребенок. Хватает в руки пулемет, стрижет волосы под корни, лезет в грязь, в окоп обовши, спит среди мужчин. В этом есть свой смысл. Это война, война противоположных идей, как вам известно. И вот если эти идеи завладевают человеком, то наделяют его исключительными качествами. Война идей. Война идей была в Лиге наций. Вы посмотрите, какие колоссальные средства разрушения созданы. За одно мгновение можно стереть с лица земли такой город, как Суздаль, Флоренция. Просто стереть с лица земли. В этом есть что-то абсурдное. Наверное, это последняя война в истории человечества. Братцы, по-моему, колбаса с чесноком. Ну, да. Какой чеснок? У нас колбаса делается из конины. Братцы, давайте ее откроем, а? Давай. Сама пришла. А я с тобой собирался догонять в штаб. Тебе тут посылочка пришла. А, знаешь, они все говорят, дай, говорит, откроем ее, откроем. Корабль не знали. Ну, сейчас а может, она сама за ней пришла? А? Нет, братцы, я не за ней пришла. А зачем же? А я он, кстати, заряжающим вернулся. Ну, а может, она героя хочет заработать? А что, заработай? Посылочка. А сам ты уже открыть не можешь. Как его? Веревочка, веревочка, погоди, веревочка. Крутом. Алма. Алматинский опор. Ну что же вы? А чего вы здесь делаете? Еще бы хлеба по полкило. Здорово. Здорово. Она к Степе. С начала войны такого фрукта не ел. А что у вас не бывает, да? Ух, ребят, что ж, Маншук ни одного яблока не оставили. Безобразие. Ой, ну что, мне не надо, я их в Алма-Ата наем. Ну, сестры яблоки, мозг не росло. Только... Она еще сестра хорошая, только яблоки кислые. Хочешь яблоко? Да иди ты своими яблоками. Да у него живот болит. Он расстроился, что ты вернулась. Да пойди ты, полежи заряжающим с бабой. Степа, это у тебя с непривычки с бабой. Иди ты от меня. Он контужен и укусит. Макаки. Thank you.
Маншук! Скажи что-нибудь по-казахски, а? Зачем? Ну, так просто. У меня брат в Москве живет. У Динамо. Ну, тоже такая была девушка знакомая. Казашка. Слушай, я знаю, что ты вернулась обратно. Что ты знаешь? Из этого парня, да? Знакомого, верно? Нет, неверно. Опа! А ну погляди, меня в блиндаже нет? А? Поищу. Ты его любишь, верно? Нет. Что это ты взял? Разведка? Любишь, любишь. Я же вижу. Нет. Правда. А кого ты любишь? Я? Вот это яблоко. Что ты слушаешь-то? Шумит оно. Это в ушах у тебя шумит. А вот если к дереву ухо приложишь, услышу другой шум. Шум крови. Услышишь, как оно корнями сок вытягивает. Это шум жизни. Посмотри, оно ведь живое. Послушай. Ты знаешь, все живое. А вот посмотри, пулемет. Он ведь тоже живой. Вот он стоит, молчит. А это он готовится. Энергию в себе копит. А потом раз, и за все силы очередь. 300 выстрелов. Ты все-таки того. Может быть. Ну-ка, съешь лучше. Я потом. А когда потом, через полчаса атак? Вот после атаки. Ты письма писать будешь? Нет, я за всю жизнь ни одного письма не написал. Ни отцу, ни матери. Никогда. А я должна. Угу. Давай, я тебя позову. Хорошо. Нуржан, поди сюда. Обиделся, что ли? Ну что, поговорил? Здравствуй, дорогая мамочка. Получила сегодня посылку, мне досталось всего одно яблоко. Но так было приятно держать яблоко из нашей Алматы. Меня все время не покидает чувство вины перед тобой. Я не сказала, что ухожу на фронт. Прости меня. Я думаю, как тебе здесь должно быть трудно. Таскать такой пулемет. Ты такая маленькая. Сердце мое болит, Маншук. Все будет хорошо, мамочка. Вот посмотришь. Вот только война кончится. Ты знаешь, мне сегодня приснился сон. Будто отец и я. Я подхожу к нему, говорю ему что-то, а он молчит. Не слышит, не видит меня, точно слепой. Это было так страшно. Это твой последний день, Маншук. Здесь каждый день кажется последним. Но к этому тоже привыкаешь. Помнишь, как отец говорил? Казахов еще не покинули духи предков. Ты не боишься? Не знаю. Я не думаю об этом. Мне пора, мама. Маншук, скажи мне что-нибудь на прощание. Я спокойна, мама.
почему не начинаете атаку? Поспешность нужна при ловле блох. Нравится? Сколько время? Без пяти три будет. Так ты убьют. До атаки. Скоро? Скоро. Снял свою хламиду ты? Третий раз тухнет. Дай-ка прикурить. Там боксеры выдали опять. Плохая примет. Суеверный. Ага. Господи, благослови. Что, за упокой или за здравие? Для хорошего настроения. Ну, тогда хорошо. Ну что, не наелся, что ли? Кончай обедать. Прикроешь левый фланг, поняла? Левый. Там маршевая рота, новички, помочь надо. Ну, теперь наша очередь. Если пулеметы не накрыли, пустят из нас юшку. Ничего. Оберегай их, как птенцов своих. Приготовились! Пулемет поставить. Бежал? Да. Уничтожить пулемет на левом фланге. Есть? Руков. Цепь на правый фланг. Минометы. Огонь? Огонь. Первое отделение, второе отделение перемешками. Вперед! Thank you.
Фантик в душу, теперь до вечера пролежишь. Забурить-то у тебя есть хоть? Кончилось. Куда? Ты что? Ты что, спятила? За мной. Дает. Ну что, лейтенант, где твои храбрецы? Ты скоро фашистов жалеть будешь. Вперед за Родину! Ура! Баба раздевался. Ну, ты даешь. Аж смог. Тихо-то как. Подожди, сейчас такой концерт начнется. Оглохнешь. А ты сама откуда? Я из Алматы. А я из-под Курска. Земляки, значит? Земляки. Ну,
товарищ. Ну что, товарищ капитан? Докладывай. Наши закрепились на крайне. В живых 1/3 часть. И 1 пулемет. Маншук Маметовой? Так точно. Передашь Сукову и Ломову, что нужно продержаться 30 минут. Любой ценой. Иначе потери будут вдвое больше. Есть. Выполняй. Нужен!
Маншук. Маншук. О, Маншук. Маншук, слышишь, Маншук, а мы город взяли.